Здравствуйте, коллеги. Вы думаете всегда, где Лена берет столько мясокостной и костной подкормки для своих цыплят и своих перепелов? Много на видео я рассказываю и показываю о комбикормах, но все-таки задается такая мысль у вас. Где столько можно взять костей? Я вам сейчас показываю лапы мини мясных. Если вы не выращиваете такую птицу, как мини мясные, палевые, белохвостые, очень рентабельная птица, одинаково по созреванию, як загорский, як и брезгальцы, но у брезов лапы будут темные, прям почти что темно-синего цвета. Ну, можете покупать вот такие вот лапки, есть, продаются бройлерные, наша ряба или гавриловские курчата. И также использовать как подкормку, костную подкормку для своих питомцев. Эти лапки я предварительно проварила. Вот это вот юшечка, где у нас проваривались потрошки, пупчики, печеночка, сердечко. Ну, самое вкусное уже скушали, да? Самый такой деликатес. А это сердце и печеночка. Пупчики у нас не ходови, не хотят детки кушать, жестковати. Знаешь, вот эти пупчики я могу измельчить, перемолоть в мясорубке и дать нашим собачаткам, чихуашечкам, нашим мальчикам. Ну, если у вас нема домашних животных, таких как кошечек и собачек, вы можете использовать вот эти вот потрошки, перемолоть через мясорубку и добавить уже в корм, то, что вы даете своим цыпляткам, курочкам или перепелочкам. Вот вам даю еще один ответ, где можно взять мясокостную и приготовить ее в домашних условиях. Так как с птицы выход мяса минимальный, а в большей части это мясо костно, как у та же сама по ГОСТу или по ДСТУ делают производство. Потом же это все пускается в комбикорма. Пишите комментарии, дорогие мои. Жду ваших комментариев. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и задавайте вопросы. Ознакомляйтесь на YouTube-канале Хитрючкин двор, в плейлисте комбикорма, а также в плейлисте, какую птичку выращиваем, что живет в нашем хозяйстве. Всего вам доброго, спасибо за внимание. С вами была ваша Хитрюк Елена.